Они строгие, они собраны. Для того, чтобы быть таможенником, нужно очень много качества иметь. В преддверии своего профессионального праздника белгородские таможенники познакомили школьников со своей непростой профессией. На границе две службы – пограничники и таможенники. Пограничники, они проверяют документы, а таможенники проверяют грузы, сумки. Помогают сотрудникам таможни нести службу их верные четвероногие друзья. Собаки бывают разной направленности, вот как вам уже говорили. Есть взрывчатые вещества, наркотические средства, денежные средства, табак также. Это Рада, безумно ласковая и добрая собака, которая до смерти залижет. С виду так и не скажешь, что на границе она следит за тем, чтобы никто не провозил запрещенные вещества. Для нее это игра. Я сначала прячу мячик, она его ищет. Ей нравится мячик, она его ищет. Она его находит, я ее поощряю. Потом вместо мячика я прячу ненужное вещество, и она его начинает искать. Вера. Собачка. Лежать. Сидеть. Да не ты, я сказала. Опытные кинологи поделились с ребятами своими секретами дрессировки будущих хвостатых таможенников. Сначала ОКД называется, основы курса дрессировки. Это сидеть, лежать, ко мне. Потом идут специальные курсы дрессировки. Это уже именно на поиск. Надо давать то, что вот ей нравится. Игрой, лакомством, поглаживанием, вниманием. Вот так и идет процесс дрессировки. Это очень познавательно, интересно для ребят. И очень ценно, что, может быть, кто-то из детей выберет себе работу таможенника, решит связать свою судьбу с правоохранительными органами. Нас сегодня познакомили с работой таможни и кинологом. Я думаю, это очень интересная работа. Мне очень понравилось. Я, возможно, задумаюсь об этой профессии. Как думаешь, кто такие таможенники и для чего они вообще нужны? Они нужны для того, чтобы все проверяли. Допустим, человек везет взрывчатое вещество, таможенники это проверяют все и делают так, чтобы этого не произошло, чтобы он не довез ничего. Обычно, ну, как-то вот какой-то негатив, да, когда у тебя лезут в твою сумку. Но, с другой стороны, это прежде всего безопасность. Дарья Гавронская, Антон Гребенников, Белгород Медиа.